Виктор Владимирович, вот такой вопрос от подписчиков. Спрашивают, а правда ли, что паразиты открывают дорогу вирусной инфекции? Да, это правда, и это, к сожалению, доказано на огромном количестве патоморфологического материала, которые были получены во время пресловутой испанки в 1918-1921 годах, когда на огромном материале вскрытия были показаны о том, что тяжесть протекания вирусной инфекции под названием испанка, как потом оказалось, сопровождалась паразитарной инфекцией, паразитарной экспансией внутри организма человека. Поэтому, в общем-то, по большому счету, с точки зрения такого инструмента, как и адаптация, и такого института, как и иммунный ответ, это имеет прямую корреляцию. Чем мы чаще поражены паразитами, тем легче вирусом по-хозяйски себя вести в нашем человеческом доме. А почему, из-за чего, из-за каких механизмов это происходит? Но надо сказать о том, что существует помимо врожденных и приобретенных видов иммунитета, есть такая разновидность, но, условно говоря, для служебного пользования, как вертикальный иммунитет и горизонтальный иммунитет. Чтобы вам было понятно, вертикальный иммунитет – это максимальный отзыв на какое-то супер-вмешательство. А горизонтальный отзыв – это постоянно на те или иные процессы, которые происходят в человеческом организме. С учетом того, что паразиты нас сопровождают практически постоянно в той или иной ипостаси, это принимает такой горизонтальный характер симбиоза, на который наш иммунитет уже чуть ли не по-приятельски отвечает. Он расходует свои силы, он не концентрирует себя на каком-то выдающемся моменте. И, кстати сказать, пользуясь случаем, за много долго до того, как был открыт феномен иммунитета, инструменты иммунологические были созданы Луи Пастер, кстати сказать, во время Парижской коммуны, когда Париж был поражен холерой, холерным вибрионом, он предложил абсолютно экзотический инструмент. Он предложил наносить ожоги серной кислотой. И вот люди, которые страдали холерой и которым наносили инструментально серной кислотой повышенное раздражение, на ожог вызывался дополнительный иммунитет. И, кстати сказать, французы, как на тот момент одни из самых таких европейских первопроходцев практики рефлексотерапии, предложили конкретные точки в этом случае и применялись конкретные точки для раздражения этой самой кислотой для того, чтобы был ответ иммунный активный. Поэтому, в общем-то, в данном случае мы, почему Татьяна Владимировна, и используем нашу авторскую точку под названием «Доктор Желчь», которую вы нигде не найдете, ни в одном учебнике, ни в одном справочнике по рефлексотерапии, по Суджук. Это наша авторская точка под названием «Доктор Желчь», раздражая которую вот вы можете объединять горизонтальный и вертикальный иммунитет, противопаразитарный и противовирусный. Точка находится очень легко. Строго вертикальная линия между вторым и третьим пальцем на каждом из ладошек спускается вниз до сочленения с основанием большого пальца. И вот в этом месте находится эта точка «Доктор Желчь». Наши многочисленные подписчики, наши многочисленные слушатели знают прекрасно эту точку. И, кстати сказать, во время пандемического пика, посвященного коронавирусу, как раз таки наши препараты и точка «Доктор Желчь» очень хорошо помогали простимулировать вот этот вот микс иммунитета и спасли огромное количество жизней, спасли огромное количество жизней и в том числе и по осложнениям постковидным. Поэтому запомните вот это место и можете использовать ее вместо соляной или серной кислоты для того, чтобы раздражать у себя иммунную структуру. С большим количеством точек биологически активных, с большим количеством различных упражнений мы вас познакомим на нашем вебинаре, сделаем особый акцент на наших авторских препаратах, на их индивидуальной рецептуре,
И на этом вебинаре мы познакомим вас с этими различными приемами, которые позволят вам успешно оказать помощь себе и своим близким, обезопасить себя от текущего момента вирусного поражения и их последующих осложнений, так называемых послевирусных хвостов. Обязательно регистрируйтесь и приходите на наш ближайший вебинар, посвященный противопаразитарной обороне. Получайте от нас упражнения, методы воздействия, специальные фитосхемы, чтобы защитить себя и близких. Регистрация на вебинар сразу в описании под этим видео. Милости просим.